Привет, дорогие друзья, вы на канале Колдун Блок, с вами Котяра в танке. Вот, и сегодня у нас будет финальный и бой, и краткий обзор по Чаффи. Этот танк я уже, как видите, выкачал, уже тут две отметки. Третью я уже не хочу выкачивать, потому что это жуткое задротство. Вроде все неплохо, можешь поднять там урон до 92%, потом какой-то бой, в котором либо карта для ЛТ тяжелая, либо вот такие вот союзники упертые попадаются, и все, и у тебя статистика скатывается. В общем, также учитывая фактор того, что я хочу дальше выкачивать ветку, вот мне проще, наверное, уже эти отметки набирать на танке, который будет особенно мне нравиться, или это будет топовый ЛТ, который так или иначе там уже дальше не выкачаешь, там уже можно это все добиваться этих отметок. Здесь я нарываюсь на Крусайдера, очень точный. Ну, Крусайдер здесь хороший игрок, реально. То есть на своем танке, который там вообще 4-го, по-моему, или 5-го уровня. 5-го, да. Он тут очень хороший результат показал. Вот. Учитывая, насколько это картонный танк. Ну, а вообще, конечно, Чаффи машина достаточно интересная. В принципе, один из самых интересных и толковых ЛТ на своем уровне. Не лишенный недостатков, естественно, но вполне себе удобный для меня, по крайней мере. Как вы знаете, есть такая группа элитная батоноводов, да, у меня там на батоне, я же не помню, или 1000, или больше боев. Честно, я уже не помню. Ну, я его в последнее время не выкатываю, потому что даже после апа, потому что я на нем наигрался и реально неинтересно. Но тут схожая схематика, то есть углы вертикальной наводки, машина, картон, но динамичная, верткая, да. Пушка вниз склоняется, хорошо можно из-за горок накидывать, стабилизация неплохая. Вот, ну то есть вот такая типичная как бы схема для американских STLT, да. Вот, поэтому не сложно перестраиваться на данную машину. И здесь чудесно голдой попадаю именно в гусеницы. И именно мне больше всего нравится, что как это надо. Это каким же надо быть мастером, чтобы сбоку едущий на скорости, или идущий, правильно сказать, на скорости порядка там 45 км в час машине, попасть четко в гусеницу. Причем в обе. Это надо уметь, конечно. Ну и вот чем нравится, да, что быстро выехали. Здесь, конечно, ВБР уже снаряд отсылает куда надо, еще и с пробитием. Быстро выехали на нужное направление, подсветили, атаковали, там сбили захват. То есть вот это все эта машина может, она очень быстрая, маневренная. В общем, в это все потом будете еще наблюдать на Т-37, на Бульдоге. Только на Т-49 поменяется специфика геймплея более-менее, потому что там будет другая пушка совершенно, которая предполагает уже такие остановки и контратаки, да, из кустов, потому что фугасом накидывать там удобнее, когда ты остановился, свелся, подождал противника и дал шот. Вот, но в принципе на 551, да, если я не ошибаюсь, вот правильное название, вот, в общем-то говоря, на нем уже, в принципе, будет похожая тоже схематика боя, как на всех остальных танках данной ветки. Ну, вот такой вот бой, как видите, да, очень все быстро, интенсивно и весело. Машина, конечно, оставила хорошее впечатление о себе. Вот, в принципе, могу сказать, что ее смело можно выкачивать. И даже можно, даже если вы не сильно торопитесь куда-то, можете просто в удовольствие на ней кататься. Хорошая машина для тех, кто хочет поднять навык на ЛТ. И вообще приятная как бы машина для игры, да. Есть свои недостатки, но это уже я все рассказал в подробном гайде про данную машину. Вот, есть свои преимущества, естественно. Но вот такая вот приятная машина. Комфортная в управлении, реально комфортная. Вот, и в принципе, даже можно, если вы играете без према и не торопитесь никуда, блин, легко до нее докачаться, она стоит недорого, можете просто на ней кататься в удовольствие и все.
и дальше никуда там особо не торопиться. Вот, ну, здесь что-то наехал не на тот угол, не могу нормальный ракурс показать для этого танка. Вот, в общем, вот такой вот у нас микрообзор был. 4 фрага я умудрился набить. Машину эту буду продавать. И дальше уже будут у нас обзоры по Т-37, естественно. Эта машина будет поопаснее в плане пушки, да. И вот именно пушка, и при сохранении всех тех характеристик, что есть на Чафе, плюс ХП. Вот это все ее делает еще более опасным соперником для очень многих танков. Но об этом уже будет позже. А на этом у нас все. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся. До новых встреч. Пока.